Привет! Ты на канале Кай Стример, и сегодня посмотрим свежую демку экшен рогалика Loki's Revenge. Демка вышла сегодня, 21 октября. Давайте посмотрим, давайте заценим. Так, Тор, Один, Сиф. Ну давайте Тор. Так, при нажатии правой клавиши Тор становится, наверное, неуязвимым. Удваивает скорость передвижения, атаки, кулдаун. В общем, все показатели. Ну, видимо, временно. Сокрушите 500 противников. Свет Муспельхейма. Парящая бабочка. Шанс на уворот 20%? Да ладно. Я возьму 20% шанс увернуться. Это прям супер много. Давай еще. Максимальное количество снарядов плюс один. Обнуляет полученный урон. Каждые 90 секунд. Плюс 50 к опыту. Наверное, 50 к опыту. Что-то тут как-то прям супер жирно. Повреждает врагов в пикап рейнже. Говнишка. Кольцо молний. Каждый, может, второй выстрел. А молния бьет рандомного противника по площади. Ну давай посмотрим. Пока кажется супер легко. По-моему, в трейлере там сплошные проигрыши были. Как же тут можно проиграть-то? Пикап рейндж 2, скорость минус 35%. Тяжелая корона, опыт плюс 100%, скорость передвижения минус 30%. Ну давай. Он смотрит действительно, как это, ходит медленно. Рок какой-то. Потерянный глаз Одина. Быстро стреляет пронизывающими снарядами. Ну-ка, давай-ка, пронизывающие снаряды. А, это сам глаз, как союзник. Я подумал, что у меня молот начал пробивать. Кольцо кулдауна, релоуд, кулдаун 20%. Душа Валькирии обнуляет. Так, давай вот это все. Скорость передвижения 20. Излечимся. Спичрум. О, вот это неплохо мы напихали-то красненькому. Уклонение. О, сдулся. Так, надо как-то обойти и забрать все. А, так, shoot one weapon behind you. Ну, видимо, ну, weapon, наверное, еще один выстрел за спину, каждый выстрел. Половина урона. Ну, half damage это на все или это только за спину половина? Или половина вперед, половина назад? Это стрёмная какая-то тема тогда. Ну ладно, давай возьмем.
Так, кулдаун выстрелов 0.1. Weapon speed. Плюс 25. А, но есть темп стрельбы, есть скорость перезарядки, есть еще какой-то кулдаун. Тут хрен поймешь. Что-то это мне не нравится, я уже хпшку потерял. Все, теперь я понял, почему в трейлере все время погибали. Проклятое сердечко. Минус хпшка, плюс 100 к урону. Вот это возьмем. Радиус подбора. Ну давай обнулять полученный урон. Смотри, покушать. Увеличить хпшку. О, неплохо, неплохо, магнитик. Ну давай говно возьмем. Больше снарядов. Ну давай. А, вот неуязвимость-то на правую клавишу-то. Больше удачи. Ты выиграл. Так, не понял, это вся демка, что ли? Как странно. Ха-ха. Ну ладно, давай посмотрим еще одного персонажа. Так, не то. Давай Одина глянем. Чем он отличается? Вот этим звуком, понял. Так, а почему мне нельзя? Ага. Он говорит, вы обосрались. Извините, вам нельзя. Ну что ж, посмотрели. В принципе, так ничего, но контента маловато. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.